Наш Саша Смышляев сейчас на старте. Мархель Валерий Борисович только что, так скажем, проводил Александра, подготовил его к старту. И вот мы видели, с первого трамплина был выполнен заднее сальто с крестом, с позиции. Очень уверенно, посмотрите, технично, красиво идет по трассе. Такой оригинальный прыжок со второго трамплина. Боковое сальто с захватом. 22:30. Замечательные секунды, но не лучшие, правда. И я напомню, что здесь, в Руке, 3 декабря, на международных соревнованиях, Саша Смышляев занял первое место. Хотя принимали участие на этих стартах, в общем-то, вся элита. Ну, лишь четвертый результат.